хорошо! Идем сюда. Пошли. Вон магазин, вот. Вон красненький, видишь? Давай! Ну! Yeah.
Динамо замена. Вместо 11 номера Александра Тинеева. На поле выходит Никита Кобзев. Номер 18. Ударом! Гол! Вдруг пошла. Сусики я купил. Стасу. Хорошо! Иди сюда. А покороче не было еще? Давай. Закрутить будет. Хорош. Первый! Где? Ну, он ушел уже наверх. Хорош, Саша. Он ушел, надо пройти. Уходи, уходи! Ой, бля, выноси его на! Тащи! Остава! Грать! Выбей, выбей, бля! Я хотел уже ударить. Красава! Я такая притекла. Снизу! Я знаю, что значит, когда Валерий сказал, что я не просто так уже. Таня, короче, стала со стула, где такая. Он справный. А что случилось-то? Дорогие друзья, дорогие болельщики, в команде «Динамо» замена. Вместо Александра Тиняева, номер 11. Ваши аплодисменты. На поле вышел Вячеслав Клопа, номер 15. А если бы он разбился, я бы скинула танцу. На лунчи! Чем так отдает? Братин. Ладно, ладно!
Тебя водишь. Дорогие друзья, дорогие болельщики, гол в ворота Юты забил Никита Кобзев! Никита Кобзев! Команде Юты лучшим игроком признан Давид Тевосян, номер 8. Команде Динамо лучшим игроком признан Максим Мартынов, номер 14. Ваши аплодисменты! Ладно, что тут 2-0? Хорош, на! Победой! Спасибо командам за эту великолепную игру! Дорогие болельщики, ждем вас на матчах футбольного клуба «Динамо» 11 мая, 15:00. Помните, вы лучшие в этой вселенной!